Вашему трактору сколько уже сезонов получается? Третий или четвертый? Третий? И сколько моточасов вы уже за это время наработали? А, ну у вас зимой стоит, да? Да. И как за это время вообще трактор показал себя? Нормально. Общее впечатление? Можно работать. Слава Богу. Это у вас из агрегатов на него, получается, что, плуг есть, да? Культиватор есть? А сцепка барон новая или тоже уже работала? У нас уже третий сезон. Тоже третий сезон? Краю поля вы приподнимаете бороны, чтобы скинуть? Да, вот же там написано. Написано там при поворотах выливать. Угу. Все ясно. Так вот вы за смену сколько примерно закрываете по гектарам? По-разному. Ну если вот нормальную, как говорится, рабочую смену, сколько там работы? Часов 8-10, сколько гектаров получается? Ну если более-менее ровные поля, не как здесь вот. 100. 100? Больше 100. Больше 100? А по расходу как выходит? Вот на, если вот 100 гектар закрывать? Я не считал. Я считаю агроручку. Ну сколько, литров 400 есть? Есть, да? А больше. Больше? А летом пашете поры или нет? Да. У вас сколько, вот вы считали примерно или нет, сколько, например, за сезон вы вспахиваете, ну, вот на этом тракторе пахали, может, за прошлый сезон? Считал. Серьезно, считал. А с плугом сколько у вас в среднем получалось напахать за смену, как бы? 30, 40? Нет, 22, 26, 4. А сцепка это вот барон третий сезон у вас тоже говорите, да? По надежности как себя показала? Нормально, не рвали, ничего, не лопалось. Сюда не брали. Копали здесь что-то. Это зимой, наверное? Наверное. Снег проходит. Справа не проходит. Столбов понаставили, блин. Как грибов после дождя.
Но с этой сцепкой что хорошо, назад можно сдавать. Да. Которые на растяжках, на тросах, с ними так уже не сделаешь. Так вот, когда переезжаете, складываете, раскладываете сцепку, долго, муторно? Нет. Нет? 10 минут проходит. 10 минут? Проходит. Поле не совсем удачное, да, для такой сцепки, для такого трактора. А так вот у вас в хозяйстве самое большое поле, например, сколько гектар? 300 с чем-то? Да. А так вы еще летом на комбайне работаете или все время на тракторе только? Только на тракторе? Да.